Город готовится к традиционному ежемесячному событию Дню дракона. Передаю слово нашему корреспонденту с места событий Ивану Треплову. Короче, Майя, здравствуйте! Да, город с нетерпением ждет пятничного празднества Дня дракона. Рядом со мной стоит наш организатор Лука Подневольный. Лука, пожалуйста, расскажите немного о нашем празднике. Цель нашего мероприятия – показать, что мы цивилизованное государство. Мы не варвары и ни за что не оставим дракона голодным. По традиции, первая красавица нашего города будет отдана на съедение дракону. Это волнительный момент, и сейчас мы узнаем, кто же станет счастливицей.